Друзья, всем большой-большой привет! Сегодня предлагаю приготовить вот такой вкусный дарницкий хлеб ночной. В теплой воде переливаем ее в миску, растворяем дрожжи, соль, мед. Можно вместо меда взять сахар. И жидкий солод. Если жидкого солода нет, можно взять квасное сусло. Или, к примеру, сухой взять солод и запарить его горячей водой. Перемешиваем все. Добавляем ржаную муку, просеиваем. И пшеничную. Пшеничную муку можно заменить цельнозерновой мукой. И замешиваем тесто. Когда мука вобрала в себя всю жидкость, я в руку вот так вот наливаю растительное масло. И собираю тесто в один комочек. Теперь закрываю крышкой и оставляю на ночь. С 10 ночи до 6 утра тесто простояло у меня на столе в кухне. Вот посмотрите, как оно поднялось. И теперь я его осаждаю, обминаю. И перекладываю в форму. Форму я взяла на 2 литра. Форму я смазала растительным маслом. Тесто распределяю по форме. Затягиваю пищевой пленкой и оставляю еще раз для того, чтобы тесто подошло. Прошло 1,5 часа, тесто подошло, я отправляю в духовку и при температуре 180 градусов буду выпекать до готовности. После того, как уже хлеб будет готов, я скажу, сколько он у меня выпекался. Через 40 минут хлеб был готов. Хлеб остужаю на решетке. Послушайте, какой звук. Значит, хлебушек пропекся. Друзья, ну и давайте посмотрим, какой хлеб получается в разрезе. Вот такой он получается в разрезе. Друзья, такой хлеб приготовить очень легко. Удобно то, что на ночь оставил тесто, а утром можно печь. Или наоборот, утром можно сделать быстренько тесто, а вечером его можно испечь.
Друзья, вот такой хлебушек получается. Приготовьте и вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео. Здоровья вам и вашим близким.